Мы на канале Ангела. Ангела. Да. А сегодня у нас челлендж. Какой? Мы пойдем в супермаркет с 500 рублями каждая. Получите. С неба. На эти деньги, девчонки, внимательно слушайте. Вам нужно будет купить вкусняшку для себя, еду, вкусняшку для домашнего животного и умудриться купить на это и еще и игрушку для себя. Ничего себе. Все запомнили? Да. Побежали? Стоп, подождите, девочки. Я пойду с Ангелой. Мы пойдем с тобой. Да. А мы с тобой? А Ева пойдет с мамой. Ну, мы пошли. Все, давайте. Пока. Встретимся. Пока, встретимся. Да. 500 рублей не потеряешь? Пошли. А тут мы забудемся. Нет, мы не забудемся. Ну что, нам нужно с тобой купить вкусняшку. Я молчу, ты покупаешь все, что хочешь. Я? Да, только ты не забываешь о том, что тебе всего 500 рублей. Где они, кстати? Да. И тебе нужно купить игрушку, покушать и покушать коту. Да. А внизу еще мое питание. Гречка нужна? Не, я так. Ты в руках все понесешь? А что все? На гинушка много уходит. Я сейчас с тобой в отделе игрушек. Я хочу игрушку. Ты хочешь какую-нибудь игрушку купить? Да. Для проформы. Так. Что мы нашли? Вот. Ага. Это игрушечный наборчик. Бен и Холли. Много еще. Так, но стоят они все дорого. А мы сначала должны купить вкусняшку. Мы купим вкусняшку. Давай. Я сначала хочу купить игрушку, а уже потом. Ты что, а уже потом покупать еду всем остальным. Вот. Это сок на 52 рубля. Это... А это зерновая каша. Да. Давай сделаем выбор. Вот такое. Это яблочный сок. Да. Покажи его. Вот. Яблочный сок фрутоняня. Стоимостью 48 рублей. Давай купим. Ну хорошо, клади в корзинку. Спасибо. Молодец. Теперь дальше. Теперь какой? Игрушку? Да. Ну давай. Ну как ты немче в России? Да. А что такое ОМОН России? Какой невинный. Я 500 рублей не забывай. Свинка Пеппа. Свинка Пеппа? Вообще не под кормом. А, ты хочешь еще мороженое? Да. Еще игрушку. Большое мороженое? Да. Ты куда? Туда. Да. Это не мороженое. Это блинчики замороженные. А мороженое находится вот здесь. Вот мороженое. Ну хорошо, давай выберем. Это все мороженое. Ой, один. Я не знаю, какое. Ты не знаешь, какое выбрать? Да. Давай возьмем вот такое. Такое? Да, вот и такое. Твое. В общем, выбирай. Бери. Ой, это вот и холодное. Ну, давай я возьму. Да. Вот такое в стаканчике? Да. Держи. Давай посмотрим, что за мороженое. Это мороженое Чегов. Снегопломбир. Смотри на цену. Да вижу. Это подушка, да? Не знаю. Мне какая главное. Мягкая. Какая у нее цена? 900 рублей. Нет, я хочу.
Мячик, мячик, смотри, ты же раньше любила Винкс, да? Никогда. Я не любила Винкс. Лично я. Ой, спиннер. Слушай, он даже веселый такой. Угу. А спиннера-то у тебя и нет. Ну, розовый, смотри, розовый есть. А девочек. Ну, ты выиграла. Ну вот. Нет. Розовый? Да, нет. Так, все? Это твоё последнее слово? Машинку не оставляешь? А что ты хочешь здесь взять? Ну, я хочу взять... потом иди сонка, а шоколад. Хорошо. Давай, берем. И потом такое. Да, папа? А у тебя сейчас кончатся деньги, и на кота не хватит. Пойдем купим котику еду. Ты хочешь большой пакет взять? Да. Стой. А давай посмотрим, сколько он стоит. Такой большой пакет стоит 500 рублей. Да, 500 рублей. А у нас всего 500 рублей. Тогда мы не купим мороженое. Давай возьмем маленькую упаковку. Да, давай. Таких милый. А там маленький. Вот тебе такие нравятся? Да, маленький. Ну, хорошо, бери. Так, еще 20 рублей. Это стоит у нас 20 рублей. Я выберу Домилы. А, ты выберешь милую собачку. Домилы. Покажи. Что вот. Ты выбрала? Мне не нравится такое. Да, мне нравится только это. Да? Ты хочешь взять косточку для собаки? Да. Косточку. Ну хорошо. Держи. Спасибо. Давай посмотрим, что это. Это педигри. Педигри, косточка для собак. Да. 79 рублей. Угу. Ну все, клади в корзинку. А, вот оно. Наша корзинка. А теперь осталось купить игрушку. Да. Ну пойдем. Итак, тут где-то 250 рублей. Пойдем. 250 рублей? Да. Ты точно помнишь цену? Да, да. Это было 1990, а это 50. 1990. Заговаривайте, девушка. Ну все, пошли еду искать, да? Это за что? За килограмм, наверное. А если я вот так делаю? Не делай. Тебе надо было взять корзинку все-таки, а? Не хочу. Вот так. 4. Для ровного счета. Туда. Орешки. Или орешки. Дизель. А здесь со вкусом орешков. Нет, со вкусом... грибов. И курица. Книжка игры, задания и аппликации. Да. Где она здесь находится? Вот. Цена 83 рубля. Здесь. Давай положим сюда. Да. Вот. А потом посмотрим, на что нам хватит денег, ладно? Да потом. Тебе не нужен пакет большой? Ура, я нашла сок. Что? С дикого леса? Ты хотела детский крутоняня? Ну, это уже лучше. Смотри, я вижу корзинку. Тебе точно нужна корзинка? Ты деньги-то считаешь? Нет. На сколько ты набрала? А тебе еще еду только покупать? Я сделаю вот так. А что так-то? Голодный человек в магазине с 500 рублями. Где булочка? Тут ее осенило. Так, на эту игрушку точно не хватит. Это папа-свин. Хрю-хрю. На него не хватит. Покажи. Вот. Так, это Супермен. Больше, чем наш остаток. Вот что-то из этих игрушек нам будет по карману. А, это... И на эту не хватает. Вот это.
Это набор кукол детский. Он стоит больше, чем у нас есть денег. Я не знаю, что выбрать. Русалочку. Русалочку? Ну-ка покажи. Вот. Так, русалочка. Цена 87 рублей. Ну хорошо. Давай возьмем русалочку. Теперь куда? На кассу? Да. Мы едем для кота или булочки все еще ищем? Да, булочки. Идем булочки. Ну смотрите, почему-то именно черное самое мягкое. Он с углем, что ли, активирован? Слушай, на 500 рублей, оказывается, можно много чего купить. Вторая сотня пошла, да? Почему булочка домашняя стоит больше, чем кончик? А где Донат? Только добрый Дэн. Ну, вот же Донат. Ну, вот он и есть Донат. Ну, по крайней мере, по-английски кончик – это Донат. Ты носишься как так, что я с тобой не успеваю. Ты голодная? Пойдем. Сколько она стоила? Я за тебя буду считать. Потому что ты, похоже, не считаешь. 14. Я чувствую себя немножко странно с этим, как сказать, ведро. Это не ведро, это тележка. Она очень удобная. Готовая еда. Что же лучше, котлету или окорочка? Может, ты все-таки здоровую еду будешь покупать, нет? Сколько это стоит? Ой, какая дорога. Ну давай, давай, поделись. Возьми курочку, ты же любишь курочку. Хорошо. Девочка, здравствуй. Вот рис с овощами. Знаю где. Рис с овощами, хорошо. Так. А рис это... удалось? Сколько он стоит? 19. Экономить это здорово. Я иду. Где? У нас с тобой наличные, поэтому нам придется пройти через кассу. Давай. Туда. А что там? Нашли. Боже, какой сортик. И оно все такое дешевое. А, ну мы на один день? Это супер. Или ты любишь своего кота? Сколько, по-твоему, у тебя осталось? Какая разница? Можно потом отложить. Смотри, это зубы чистит. Собакам. Нет, моя собака такая. Ягненка она не ест? Что ты, подожди, покажи, что ты взяла. Что это, вискас и какая-то собачка. Внутри собачка? Сколько это все стоит? Раз, два, три, четыре. Ну, смотри, это 29, а это... 100 рублей стоило. Это чье? Доширак вредная еда. Я не настаиваю. Это же твой выбор. Это что, еще не все? Ну, теперь все. Я не смотрю никуда, я иду на кассу. Пакет надо... А зачем такой? Тебе дадут пакет, беленький. Ужасно серый пакет. Он удобный. Так. Тут, если кажется, что, я отвожу. Уже больше. Ты да ладно, в основном здесь еда. Причем для Евы. Еще еда для Евы. И еще еда для Евы. Все, просто. Здрасте. Да, у нас сегодня самостоятельные покупки. У нас 500 рублей. Сколько? 500 рублей у нас есть. Сумма вашей покупки 460 рублей 50 копеек. Нужно расплатиться. Вот. Давай ладошку. Ладошечку давай. Вот так. Спасибо. Приходите к нам. Мы забыли. Мы забыли товар. Мы забыли пакетик для нашего кота. 20 рублей 50 копеек с вас, 20 рублей 50 копеек. Дай денежки еще. Денежку, да, я там посмотрю. Ну все, мы с тобой сделали покупки на 500 рублей. Ты волнуешься? 140 они. 200. Думаешь, они все ровно купили? Да. Папа, я не все равно купила. Бегом? Куда? Ну, встречаться с родственниками. Я знаю. Ты подарок ангела, да? Не будешь все сама это штукой? Что это такое?
ты попробовала? Это многогранный попрыгунчик. Сколько стоит такая штука? Вафелька и без мороженого, бедняжка. У тебя еще осталось что-то? Да, копейки. Ну все, пойдемте. Пойдем. Ну как у вас покупки? Отлично. Ева купила даже экологически правильно. Что это не еда? Ну, ничего себе. Она подумала, что это еда. А вот и наша. Угу. Смотри. Купили. Она вкусная. Ну как там мороженого нет? Как-то это грустно выглядит. Ну сходи еще. Как голуби. Пойдемте обсудим. Снова здесь, чтобы показать, что мы купили. Ага, у Евы, смотрю, хороший серый экологичный пакет, у Ангелы белый. Высыпай, помогай Еве. Ты далеко собралась? Ева, а ты что купила, для собак или кошек, или для кроликов? Вискас, вискас, и что это вообще такое? Это какой-то... Кеса, кеса. Цезарь. Цезарь. Так, Ева купила 4 пакетика, Ангела 2, ну качественно, да. Да, для зубов, да, и для собаки, и для кошки, молодец. Да, и вот. А это что? А, это игрушка. Ангела купила такую игрушку, покажи мне. А где моя игрушка? Я покажу. Вот какая! Это русалка в купальнике. Очень красиво. А я, знаете, что взяла? Что ты взяла? Спиннер. Спиннер? У Евы был как-то спиннер, но он очень давно сломался. Да, я потому что с ним в бассейне попала. Вау! Что вы купили из еды? Подождите, это что такое? А, это тоже игрушка, да? Игры, задания. Это София, да? Да, София. София, Ангела себе купила. София, расскажи, Ангела, как ты купила Софию? А мне она просто понравилась. Ну, логично. А что вы купили из еды? О, это долгая история. Долгая история? Да, долгая. Ну, Ева точно долгая. Давай я уберу. Да. Ангела, показывай, что ты купила из еды. И что я купила? Мороженое. Мороженое купила Ева. И сок, да, я смотрю? Ангела. Ой, Ангела. Ангела купила мороженое и сок. Да, это... и сок русалку. Ну, русалку мы уже видели, да. Зато у Евы тут продуктовый запас на 1 000 000 лет. Смотрите, я купила овощной плов. Вау! Потом поедим, не открывайте. Рассказывай, что ты купила дальше. Очень-очень вкусный хлеб. Мою кучку. Так. А это вот, смотрите, это такие штуки под названием черешня. Ты так говоришь, как будто, да, на что хватило денег, да? Положим мою коллекцию. Коллекцию, да. Пончик. Пончик шоколадный. Я тоже давно купила. Булка. Да. Ты по хлебу, да, я смотрю? А это мамин подарок. Это был мамин подарок, да, потому что мама сказала, что она баунти не ест. Это я просто на кассе. На сдачу. Боже, тебе хватило денег? Потому что ты купила только один спиннер. Хлебарик. Это можно есть? Конечно, это же хлебушек хрустящий. И самое главное. То, что мама не разрешает кушать, она в рамках челленджа решила все-таки купить. И маленький пакетик сока. Молодец. Это тебе! Я хочу. Ну все? Кто победил? Я! Нет, я. Нет, я. 460. Ага. А там 20, наверное. Да. Да, вот 20 рублей. Итого 480. А Ева потратила? 425. Но потом мне... Ева купила еще... За 20 рублей попрыгнуть. И мама купила. И еще за... Вафельку. 30... Сколько? 34 рубля я купила вафельку, да. Ну, в итоге 425 плюс... 70. Примерно одинаковая цифра. Короче говоря, победила... Я! Победила дружба. Всем пока! Пока!